Привет, дорогие друзья! С вами снова Стас и Даша. И сегодня мы делаем обзор на бензин. Германия. Мы находимся около Франкфурта. Сегодня у нас 1 апреля 2018 года. Литр дизеля у нас стоит евро 20. Супер! Е10, это у нас растительный бензин с растительным маслом, стоит у нас евро 37. Супер простой евро 39. И супер плюс, это 98 плюс, да, я так понимаю, евро 51. Спасибо за просмотр, дорогие друзья, до новых встреч, заходите снова.